have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки и Гусь-побегусь. Давайте крякнем. В общем-то, я немножечко... Черт, я пытаюсь WSD ходить. Я немножечко подумал, что и как я могу сделать. Во-первых, пацан очень сильно... Брось! Фу! Блин, зараза, он убежал с самолетиком. Ладно, пацан очень сильно отвлекается на свои игрушки, где он... А, мне... О-о-о, запереть сопляка и попасть на ТВ мне засчитали. Хорошо. Он отвлекается на мяч, он отвлекается на... самолетик. Их нужно забрать. И мяч, и самолетик. Ему они не нужны. Тогда мы попробуем с его очками справиться. Сейчас я мяч укачу. Вот. Ну, то есть он их там снимает, поправляет время от времени. Я пока еще не уверен, как сделать... Чтобы они... Нет! Чтобы они упали? Да ну... Он когда бежит, он вообще неуправляемый, кстати, к сожалению. О, отлично, запинали. Кыш отсюда. Кыш отсюда. А вот, также у меня появилась небольшая теория... Ладно, пусть тут будет. О том, связаны ли локации, когда тут говорится, что нужно заставить кого-нибудь выкупить свои вещи. Кого-нибудь. Сначала попробуем, что здесь происходит. Если что, попробуем потом... Пошел нафиг. Самолет тебе тоже не надо. Слишком многого хочешь. Так. Самолет мы куда-нибудь сейчас подальше выкинем, потому что, по крайней мере, мы его носить можем. Вот сюда. Еще бы мячик сюда, ну ладно. Меня это, в принципе, устраивает. Давайте сосредоточимся пока что. Потому что закупиться мы сможем, вроде как. Хотя, с другой стороны, что я там не нашел тогда? Вот, зубную щетку я не видел. Зубную щетку. Я ее, кстати, не видел в магазе. Давайте по очереди. Во-первых, сопляк. Ты очки снимать будешь? Стой, что это было? Я их стырил! Да-да-да-да-да-да-да! Блин, надо было подготовить другие. Ну да пофиг. Ему сейчас темные очки... Эти очки нужно вообще, чтобы они перестали существовать желательно. Вот как это делается. Я думал подождать, пока он будет их протирать, чтобы... А... Блин, все оказалось гораздо проще. Погодите, если ему два шнурка развяжу. Ты там лази, лази пока что. Я оба шнурка развязал. Блин, я темные очки ему хочу привязать. Тетка меня сейчас увидит, да? Но это не те очки, я хочу темные. Я думаю, что эти тоже подойдут, но я хочу, чтобы он, чувак, стильно в темных очках ходил. Беги! На, дружище, я тебе принес. Держи. Опа! Все видно. Хорошо, молодец. Супер. А как ты теперь в них видишь? Ты мне не подскажешь? Ладно, ты ищи там дальше свой самолетик. Окей, меня вполне это устраивает. Значит, это мы выполнили. Супер. Сломать метлу. Давайте подумаем, как мы можем метлу сломать.
Может, подождать, пока она ее положит? Отдай. Отдай метлу. А! Да блин, оно все так гораздо проще было. Да-да-да-да-да. Ты меня... Я думал, ее сейчас куда-то... Ты чинить будешь? Так, насчет заставить выкупить вещи. Попробуем вот эту, которая в магазине. Тетка, не тетка. Блин, а что у нее там есть? Что она может выкупить? Давайте посмотрим. Сейчас загоним мелкого в будку, опять выманим ее. Что нужно спереть из того магаза? Так. Этот. Стиви Вандер, давай. Ну, я это и так делал, да, нормально. Стиви Вандер сидит в будке. Это не тетка, это мужик. Потому что в галстуке... Хотя, с такой косичкой, я не знаю, насколько это мужик. Тут спереть-то вроде нечего, да? Черт, а тогда как? Тогда как? Хорошо. Давайте тогда, наверное, пока что сопрем корзинку. А сразу подальше ее отодвинем. И начнем тырить вещи. Но так, чтобы бабка не заметила. На самом деле тут еще и с корзинкой проблема. Ну хорошо. Ну, потому что она маленькая. Туалетную бумагу надо ложить в самом конце. Там есть туалетная. Очиститель, консерва, зубная щетка. Да, туалетная бумага. Потому что она огромная. Ее надо ложить в конце. Да не то. Так, тетка занята, отлично. Попробуем сначала вот эту щетку спереть, потому что это трудно. Иди, пожалуйста. Щетка находится посередине, в таком интересном месте, что ее трудно спереть, поэтому, наверное... Засчитали? Засчитали. Очиститель, овощи, фрукты. Пойдем сейчас смотреть. Короче, главное, чтобы она нас не спалила, потому что... Ты совсем там, что ли? Ты меня пугать собрался? Вали отсюда, сопляк. Она заметила... Он такой одевает... А, ну это его стандартная проверка очков. Он такой одевает... Снимает, одевает. Это мне засчитали? Консервы засчитали. Очиститель, фрукты, овощи, туалетная бумага, зубная щетка. Счет зубной щетки я так и не видел в магазине. А ну пошел отсюда! Она ищет... А, нет, она расклеивает ценники. Я хочу за очистителем сейчас попробовать сходить. По идее, может получиться. Не застревай, пожалуйста, в текстурах. Дурачок, чок-чок, просто чок-чок-чок. Ищет самолетик. Есть. Супер. Очиститель. Туалетная бумага, фрукты, овощи. Фрукты, овощи, там, по-моему, морковка или что-то такое нам вполне прокатывало, что-то одно из этого спереть. Туалетную бумагу сопру. Но я, наверное, могу ее спереть и положить там где-то рядом. Пока она не понимает, что происходит, хорошо. Морковки хватит нам. Фрукты, овощи защитны. То есть достаточно одну овощу притащить. Хорошо. Пока вроде не спалились.
Тащим бумагу тоже по-тихому, когда она не видит. Нормально, тетка вообще слепошара. Где зубная щетка? Елки-палки, вы че? Засчитано? Засчитано. Мне осталось зубная щетка. Пойдем искать. Пойдем искать. Ну-ка. Тут консервы. Консервы, зонтики, очки я все стырил, магнитофон, пупс, машинка. Да я вообще не про тебя, уйди. Так, ладно. Рации? Погодите, а что делают рации? Я могу их взять. А вот этот, если бы я очиститель притащил... Так, стоп, вот так. Интересно, этот очиститель... Можно это? Ну-ка. О, вот и зубная щетка нашлась. Да, блин, как же трудно-то наводиться-то. Я гусь, до всего доберусь. Зубная щетка была в мусорке, то есть не обязательно из магазина было стащить. Погодите, получается, что можно было из мусорки огрызки притащить? Это тоже засчиталось бы как фрукт? О, может быть, кстати, кто его знает. Блин, нужно шире смотреть на вещи. Ясно. В магаз сходили. Супер. Новый пункт в списке дел. Положить в корзину, запереть продавщицу в гараж... Что, извините? Погодите-ка. А где гараж? О, она... Да иди ты нафиг! Она открыла дверь. Гусям вход запрещен. Причем тут я вроде никак ничего взять... Да мне и камера не позволяет. Я вижу, что вот эту штуку надо дернуть. Иди сюда, иди сюда. Надо что-то другое спереть срочно. Я тебя сейчас как поотгоняю. Да беги, пожалуйста, быстрее. Блин, меня это так бесит. До свидания. Все, больше мы с тобой не увидимся. Да-да-да, там стучи сколько хочешь. Ладно, это было правильное решение. Блин, но это... Я хотел сказать, что можно же было тогда так теперь скупиться в магазине, но это задание появилось только после того, как мы скупились в магазине. Что? А фиг ли ты выбралась-то? А, погоди, это мне таким образом открывается проход на следующую локацию. Я бы его иначе не открыл. Хорошо. Так, теперь, чтобы кто-то купил вещи.
Какие у нас есть персонажи? У нас есть малой. Я сейчас, знаете, что сделаю? Погоди. Погоди, погоди, погоди. У меня есть этот адский план. Я сейчас все остальные очки поубираю отсюда к черту, чтобы они не попадались ему на глаза. На глаза. Каламбур века. Тетка продавала же очки. Он, по сути, сейчас ходит в очках с ее витрины. Если мы с него снимем эти очки... А как он их тогда пойдет искать? Надо его загнать на территорию магаза. Давайте попробуем. Мы, в принципе, можем управлять умами и сознаниями неокрепших. Вот, теперь здесь мне нужно ему развязать шнурки. Это очки! Мелкий утырок, на, очки здесь. Давай, тетка, иди, положи очки на место. Очки там валяются, посмотри. Блин, это может не сработать. О, она заметила очки, но малой не заметил очки. Блин, эта слепота просто теперь будет тут ползать. Тварь. Так, тетка сама у себя ничего не купит. Малой... подстава с малым... С треском провалилась. Кто у нас тут еще есть на локации? У нас есть мужик, который батя малого. Но у него ничего нет. То есть магазин пустой. Из магазина вытащить ничего, скорее всего, не получится. Вообще он из магазина без малого не выйдет. А что если... Предыдущая локка закрылась или нет, мне интересно. Давайте посмотрим. Черт, ну это... Что, извините? Я что уже выполнял? А, ну оно и выполнено, хорошо. Тяжелая брось. Беги, пожалуйста. Ну что ж ты такой, такие незграбные. Нужно что-то стянуть, чтобы он побежал за мной. Ключ. Нет, не валим. Я тут. Ты дурак? Ладно. Ну, вещь-то мы стащили. Зачки, разбросанные мечи и корзинки. Так, давайте мы эту вещь, раз уж мы ее стащили, давайте мы сюда доволочем. О, у нее тут как раз есть рабочий инструмент, на. Не-не-не-не, тебе это не надо. Все, я ушел. Она такая, о, смотри, лопаточка. Не знаю, ребят, как называется садовый инвентарь. Поправьте меня... А как мне тогда привлечь внимание этого? Он побежал за мной, но не захотел выходить.
Что мне тогда у него такое упереть? Блин, стой, ключ. Да успокойся. А, уйди. Да ну повернись ты куда-нибудь. Что ты такое глазастая? Валим, 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 валим. Он меня догоняет. Я почти спер его. Мне нужно спереть ключи. Беги! Беги, как никогда не бежал! Лети просто на крыльях до магазина! О, да-да-да-да-да! Он нашел тут свою эту лопатку! Отлично! Не-не-не, я уже все, я ухожу. Так вот, да, лопатка, чувак! Это же моя! Отдай сюда! Но это же моя лопатка. На, подавись. High Street пришла ачивка. Список дел дополнительно. Заставить кого-нибудь не с главной улиц? Погодите, так что это было опционально? Тут у нас сделано все. Пикник, тут покупки. Заставить кого-нибудь выкупить свои вещи. Да, мы это сделали. То есть, неужели можно было все-таки это провернуть с пацаном, раз эта штука была опциональной? Погодите, это весело. Ты там ползай, ты там до скончания веков будешь ползать, скотина мелкая. Я пошел. Мои дела здесь завершены. А, что у нас там дальше? А дальше у нас список дел дополнительных, которые мы без понятия. Ну ладно. Нам, по крайней мере, открыли проход дальше. Я не знаю, насколько это будет... Куда? Я там ничего не упустил. Гусь, проберусь. Ну давай. Так, там цветочки. Тут развилка. Ну, давай сюда. Пойдем наверх. Посмотрим, куда мы вообще поп... Блин, мне кажется, я туда залезу. А, нет, я могу разломать. Нормально, я хотел сказать, что я залезу, уже не выберусь. Так, ладно, у нас тут есть вход. Пойдем посмотрим, что у нас со второй стороны. И куда мы можем попасть. В принципе, она так-то норм. Тут ворота. Ворота я открывать, по крайней мере, со стороны... Я могу с той стороны их открыть, да? Хе-хе, там висит сушится. Тут тоже ворота. И здесь я по... О, погоди. Ставить кому-нибудь разбить красивую вазу. Помочь женщине нарядить бюст, заставить человека пролить чай, нарядиться в ленточку, заставить человека ходить босиком.
Устроить стирку, лифчик, носки. Понятно, это к этому двору относится, который мы только что пробежали. А это у нас некий шорткат получается. А это что такое? Бантик. Прикинь. Да, это у нас шорткат к первой локации. Хорошо, мы его открыли. Тут есть синий бантик. Надо запомнить это. Это важно, наверное. Сюда у нас проход через мостик, который закрыт. Понял. Значит, мне сюда пока не надо. А здесь проход тоже шорткат у нас будет, да, скорее всего. Это проход на улицу к самолетику. Да, понял. Хорошо, хорошо, меня вполне устраивает. Шорткаты пооткрывали, чтобы каждый раз не носиться, не бегать. Я вот это могу. Погоди, монетку надо кинуть в колодец. Я практически уверен в этом. Надо ближе. Ничего не произошло? Я кинул монетку в колодец. Ни ачивки, никакого дела завершенного. Я такого не ожидал. Тут же явно... Прикиньте, если я сейчас что-то полезное выкинул. Интересно, она... Ну, вообще-то все вещи спавнятся после загрузки. Но это же было явно к этому. Надо в этот двор попасть. Если разбить красивую вазу, носки, лифчик, стирка... У меня открылись дела на тот двор. А, я вот так как раз отсюда туда и попаду. Ага, ага, я понял. Там люди в крикет играют. Но вы пока не обращайте внимания. Я просто гусь. Ничего не боюсь. Вот мы и пробрались. Вот эти ворота я открывать не умею, потому что они на замочке. Хорошо. Так, минуточку, там было заставить кого-то разбить красивую вазу, не самому. Помочь женщине нарядить бюст, заставить человека пролить чай. Это я понял, где нарядиться в ленточку. Интересно, заставить человека ходить босиком. Тоже понятно вроде как. Ну, относительно. Нарядиться в ленточку... Я понял. Короче, ладно, ребят, мы более-менее посмотрели дела. Нужно будет стырить ленточку, утащить этого гуся. Я даже вижу, как можно будет заставить человека пролить чай. Видите этот колокол? Все тогда. Продолжим в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.